Дорогие подписчики и гости канала «Одесская лирика» и таки «Да, Одесса». Давно я не записывал, можно сказать, звезду нашего канала, звезду Брайтона. Его зовут Мэйр Лански, это его сценический псевдоним. Вот. И вот сегодня он решил сказать, как говорится, аналитику свою об Украине и дадим ему слово. Константин, давай. Значит, когда война началась, я анализировал, что российская армия немножко слабее гитлеровской, а Украина немножко больше Сербии. И если гитлеровская армия завоевала Сербию за 3 недели, то я оценивал, что Россия завоюет Украину за 4 месяца, поставив там угодного себе президента. Но 52 страны вмешались, и Украина не проигрывает эту войну, и я думаю, скоро выиграет. Каким образом? За счет поддержки иностранцев, потому что у самих украинцев у мая прошлого года, не этого, закончились собственные снаряды. Это все поддержка зарубежья. Спасибо. Благодаря западным технологиям? Благодаря. Благодаря. Скажи слава Украине. Слава Украине, героям слава.